Здравствуйте, друзья. Прошли выходные дни, сегодня понедельник. Двигаюсь я с утречка в офис. И хочу сказать, что в субботу мы поехали со Светой в Санта-Крус. И как-то так вот суббота выдалась такая отсыпальная. Ну, то есть там пришли наши знакомые, мы там с ними вместе поужинали. Но, в принципе, весь день как-то вот так ничего не делали и поспали хорошо. В этом случае я так точно. Потому что накапливается недосып за неделю. Знаете, лето, и почему-то летом я раньше просыпаюсь. Ну вот, не знаю, в 7 часов. Как-то для меня это необычно, потому что я начинаю работать в 10, и до работы мне 15-20 минут. Ну, то есть я всегда позже просыпался. А тут вот летом всегда так. В общем, накапливается какой-то недосып. И я к чему рассказываю, что там несколько голосов взволнованных там сразу говорят, вот чего-то, говорит, не было сегодня видео, или там в субботу, вчера не было видео, не случилось ли чего. Ну, я наверное, уже так как-то привычку создал такую у наших зрителей, что каждый день что-то есть. И, в принципе, так оно, наверное, и есть. Но, ну, бывает, как-то оттянешься там, ну, если бы там уже неделю, то, может быть, есть там повод для беспокойства, а так один день или даже два дня, ну, бывает. А бывает, знаете что, бывает такой, как бы, кризис жанра, не знаешь, ну, что показать-то, ё-моё. Ну, вот, если, скажем, выходной, можно пойти на open house и показать, значит, безумство цен. Значит, такое можно. Вот я вчера пошел, показал 4 домика. Мы со Светой. Но мы любим, на самом деле, мы же не через силу это делаем. Мы любим. И Света говорит, давай, говорит, будем показывать дорогие дома. Ну, что мы будем ходить по дешевым? И действительно, я хочу сказать, практического интереса здесь все равно нет. Ну, то есть наша аудитория... Ей что 2 миллиона, что, допустим, 450 тысяч, все равно это не деньги, которые у каждого в кармане лежат, ни те, ни другие. А так уж хотя бы красоту какую-то посмотрели, там, с видом на океан, вот, ходишь с умным видом, они на тебя смотрят, чувствуют тебя потенциального покупателя, начинают вопросы задавать, ты им какую-нибудь байку, там, типа, вот, ищем для инвестиций, сами мы тут... не интересуемся, они тебе что-то рассказывают, надо разговор поддерживать какой-то, что риэлторы тоже люди, они там сидят, ждут, может, зайдет кто. Надо сказать, что, конечно, по сравнению с Кремниевой долиной, там совсем мало людей, которые ходят. Понимаете, что получается? Вот дом за 1,5 миллиона, который мы там видели, да, вот из вчерашнего, там 1,6 миллиона, такой вполне ничего дом. А если посмотреть, вот, допустим, на улице, на которой мы живем, здесь, в Санивелле, вот у нас сосед напротив купил, ну, это, правда, было уже там сколько-то месяцев назад, вот сейчас бы он, наверное, эти вот 1,6 миллиона бы и стоил. Просто сараюшечка, ну такая, не бог весь какая сараюшечка, две спаленки, 48-го года постройки, понимаете, ну, то есть буквально на снос. И... В Санта-Крус, конечно, цены намного более умеренные, чем вот тут в Кремниевой долине. И, конечно, там нет такого ажиотажа, там нет такого, чтобы люди там налетали, хватали, расхватывали, норовили там поспешно дать какой-нибудь оффер. Там такого нет. И люди, которые там живут, сюда не очень норовят ездить на работу, потому что в час пик... Это не самый симпатичный такой комьют, который можно себе представить. Что еще сказать? Сейчас ожидается, что Fed, Federal Reserve Bank, он поднимет interest rate, приподнимет. Но как-то ожидалось, что в августе идет дебат такой, достаточно ли экономика уже приподнялась с колен. Кризиса 2009 года, вот с тех колен. Достаточно экономика уже приподнялась, достаточно ли снизилась безработица, достаточно ли зарабатывают люди и так далее, чтобы бояться перегреть экономику тоже, чтобы она не рванула куда-нибудь и потом обсыпалась.
Поэтому для такого здорового роста. И вот много разных соображений. Если кому-то интересно, наверное, он читает на эту тему. Если кому-то не очень интересно, то могу сказать, что есть много разных точек зрения, есть много разных индикаторов, на которые смотрят экономисты, финансисты и так далее. Поэтому там много разговоров на эту тему. Ну вот считается, что должны вот приподнять, хотя мы точно не знаем. Если даже приподнимут, то не сильно. Вот на Bloomberg TV там пару дней назад был сюжетец, и там вот они обсуждают, серьезные мужики обсуждают, и там кто-то говорит, что вот, мол, некоторые жалуются, что сейчас как поднимется на 0.5%, интерес, значит, это нанесет ущерб бизнесу. И второй говорит, ну если у человека такой бизнес, где 0.5% нанесут ущерб вот на этом уровне, то, наверное, он просто не тем бизнесом занимается, потому что такой низкий интерес, как сейчас, это абсолютная аномалия, и так, в общем-то, не должно быть в нормальной экономике. Конечно, он должен быть выше, но просто вот они пытаются своими средствами стимулировать развитие экономики. И действительно, безработица уже, в общем-то, довольно сильно снизилась до вполне приемлемых таких уровней. Я уж не говорю о том, что у нас тут творится, вот где мы с вами сейчас проезжаем. Тут просто бумирует все. И к чему я это клоню? Мы начали с недвижимости. Значит, там интересный происходит момент. Когда interest rate повышается, соответственно, банки начинают брать больше денег с тех, кто покупает дома. Интерес растет. Когда интерес растет, это снижает как бы покупательную способность человека немножко. Потому что что получается? Вот он платит в месяц, там, скажем, там 5 тысяч, ну, например, 3 тысячи, неважно сколько. Вот сколько-то тысяч в месяц. И одно дело, у него там интерес пониже, значит, большая часть этих денег идет на то, чтобы выплачивать саму эту property, да, за дом. А если интерес повыше, то тогда большая часть, ну, больше, чем, значит, в первом варианте часть идет на выплату займа банку. И меньшая часть, поменьше уже, начинает идти на выплату самого дома, то, что называется principal. Так вот, соответственно, это влияет на цену жилья. Если интерес выше, то, соответственно, люди, уже отдавая банку больше денег, уже не могут покупать недвижимость вот этой цены, а как бы они могут на эти деньги купить только поменьше цену. И вроде бы, и мы все это знаем как бы тут на практике, чем выше interest rate, тем как бы, значит, больше это ударяет по ценам на рынке. Но есть обратный эффект. Когда интерес растет, те люди, которые еще не купили, а хотели бы купить, а их много, их очень много, они ходят, они смотрят, они дают какие-то офферы, им отказывают, берут чужие офферы. А некоторые люди говорят, ну я еще подожду, вот я тут подкоплю, вот я там еще что-то, ну по-разному. И вот весь этот неудовлетворенный или чуток отложенный спрос начинает стремительно нестись на рынок в опасении, что сейчас еще поднимут, и уж тогда точно ты не сможешь купить, потому что да, денег не будет, чтобы купить, надо срочно сейчас хватать, иначе оно будет тебе менее доступно, и ты будешь покупать за те же деньги, теми же деньгами ты будешь покупать более низкую в цене недвижимость. Так что они создают какой-то такой дополнительный спрос, дополнительный всплеск в соотношении спроса и предложения. Так что, ну, посмотрим. Это все у нас вот буквально на носу. Сейчас поглядим, чего будет. Пока что строят все, что могут, застраивают территории. Сейчас новая тенденция, я хочу сказать, в Кремниевой долине. Начали строить большие многоквартирные дома. Раньше как-то вот долина вся была одноэтажная, там, ну, двухэтажная. А вот нынешняя тенденция такая, потому что дорого дома, земля дорогая. И вот сейчас такая тенденция строить большие, хорошие, комфортабельные дома, где квартира будет стоить там столько же, сколько, скажем, стоил дом там несколько лет назад, когда подешевле было. Потому что, ну, вот есть спрос на недвижимость поменьше. Поэтому здесь люди как-то в квартирах не очень привыкли жить в домах. Имеется в виду покупное,
Есть арендованное жилье, конечно, там квартира это достаточно типовое арендованное жилье, но с точки зрения покупки жилья люди норовили купить дом, а не квартиру. Вот такая тенденция новая, связанная с тем, что земля дорожает и дома дорожают, и в общем прибывает народ же постоянно тоже. Это же вот не то, что вот здесь люди, которые там поколениями живут, и у них там у 80% эти дома достались там от бабушек, дедушек, родителей и так далее. Нет, здесь очень много приезжего народа, у которого ничего такого не было. Вот они приехали, дальше надо как-то обустраиваться. Поэтому такая вот тенденция. Так что тема недвижимости в наших сюжетах будет присутствовать и дальше тоже. Вот. А возвращаясь к вопросу о том, что бывает перерыв какой-то. Ну, друзья, если один день ничего нет, то все нормально. Да. Ну, бывает, надо отдохнуть. Бывает, думаешь, что бы такое заснять. Особенно, если вот мы в Санта-Крус, уже вроде мы там весь Санта-Крус засняли. Думаешь, ну что там заснять. Конечно, облака над океаном, они каждый раз разные. Но все-таки тип сюжета остается. И, в общем, много не наснимешь облаков. А теперь что... И бывает такой кризис жанра, когда просто не знаешь, думаешь, что бы такое снять, вот и как-то и не идет. А потом проходит там денек-другой, и как-то вдруг новое вдохновение, что-то такое нахлынет, и пойдешь там дальше снимать. Тем более у нас вот эта рубрика «Интервью с блогером» появилась, и у меня там есть несколько человек на линии, как бы мы... должны спланировать, собраться, потому что бывает географически там по времени не очень совпадает, бывает заняты люди тоже, и я занят, и другие люди заняты. Ну, в общем, все это на подходе, все это идет, и я считаю, что эта рубрика, она освежает как бы наш канал, появляются новые интересные люди, с ними легко разговаривать, они за словом в карман не лезут, они так, в общем... поддерживают разговор очень хорошо. Так что я очень доволен, что мы набрели на эту тематику. Вот. А я приехал и отправляюсь на работу. Счастливо!